Начальник розетки отключил нам электричество, и мы остались без средств к существованию. Но очень удачно пригодилась карточка, которую нам подарили в салоне BMW. Это 600 киловатт на сеть зарядных станций Струм. И вот впервые BMW заряжается от фаст-чаржа на 50 киловатт. Экран сообщает, что до 80% осталось 24 минуты. Было 25%, но вот за 5 минут уже 34. Поэтому очень интересный опыт новый. А начальнику розетки, конечно, наши порицания. За 38 минут зарядилось до 92%, и на оставшихся 8% обещает еще 33 минуты потратить. Поэтому уже отключаем, на этом первую зарядку закончим. Бортовой компьютер показывает, что батарея заряжена 92%, и можно на этом проехать 224 километра.